по Штокману. Эта конструкция нам представляется достаточно эффективно, работает, участвует крупнейшие нефтегазовые компании мира в реализации проекта. Напомню, это Total и Statoil норвежские. Не так давно соответствующие документы подписывала Роснефть и Шеврон по работе на шельфе Черного моря, речь шла о месторождении Волшатского. Идут переговоры с другими крупнейшими нефтегазовыми компаниями, в том числе Exxon, British Petroleum. В общем, работа двигается. Скажите, говорила